Всем привет, это долгожданный мост в Ингермане, то есть не мост, путепровод. Вот, движение открыто, так что едем, смотрим, что получилось. Пока не все готово, якобы до мая будет продолжаться разная работа по благоустройству и таким всяким делам. Вот, но движение уже открыто рабочее. Все, вот эта граница участка была, здесь уже старая дорога.